Правительство Венгрии решило заморозить цены на важнейшие продовольственные товары. С 1 февраля сахар, муку, растительное масло, молоко, свинину и курицу магазины будут обязаны продавать не дороже, чем 15 октября прошлого года. В Будапеште заявляют, что таким образом хотят компенсировать общий рост цен, вызванный энергетическим кризисом. В конце прошлого года страны Европы столкнулись с нехваткой топлива. Для продуктовой потребительской корзины разница в ценах между октябрем и январем может составлять от 4 до 20%. Но в то же время есть и продукты, которые, по нашим данным, наоборот, подешевели. Например, куриная грудка. Представители оппозиции воспользовались решением премьера, чтобы раскритиковать его действия. По их словам, искусственное замораживание цен приведет к увеличению вывоза продуктов из страны и повысит стоимость других товаров. И в конечном итоге потребителю все равно придется платить больше. Уровень инфляции от 7 до 10% – это спекулятивные цифры. Они совершенно не отражают то, что вы чувствуете, когда приходите в магазин. То, что делается сейчас – попытка остановить наводнение палкой. Это абсолютно непрофессионально. Это свидетельство провала 12-летнего правления Орбана. Цены на продукты, по мысли правительства, будут заморожены на 3 месяца. При этом через 2 месяца в Венгрии должны состояться парламентские выборы.